Студенты переходят в офлайн. В Карагандинской области стартовала молодежная акция «МаксВакс», нацеленная на повышение уровня информированности студентов о вакцинации. Подробности в репортаже. 18 августа в Караганде состоялся брифинг лидеров студенческих организаций области. На повестке дня вопрос о вакцинации студентов. Для этого в вузах области будут организованы мобильные прививочные пункты. Позвольте вкратце остановиться на основных моментах, что будет проходить в рамках акции. Во-первых, это широкая информационная работа в сегментах интернета, в том числе в социальных сетях, посредством проведения прямого эфира среди студенческой молодежи, магистрантов, в целом контингента высших учебных заведений. Второе. Как было выше отмечено, вот предлагали ребята, нужно, учитывая, что в конце августа ожидается большой наплыв иногородних студентов, студентов также из других областей, необходимо создать соответствующие условия для повышения темпов вакцинации, чтобы вакцинация была в шаговой доступности. Третье. На сегодняшний день сложилась такая практика, что проводятся различные мероприятия, розыгрыш призов, бытовой техники среди населения. Подняли на брифинге важную проблему – покупки паспортов вакцинации. Свое мнение высказала студентка одного из вузов Караганды. Мы все больше и чаще стали сталкиваться с фактами покупки паспорта вакцинации, а также распространения ложной информации о данной процедуре. Кроме этого, на любые ограничительные меры, которые вводит наше государство для защиты своих граждан, они все более яро и резче начинают высказывать свою точку зрения. На данном этапе, для того чтобы вернуться к привычному образу жизни, нам необходима выработка коллективного иммунитета посредством всеобщей вакцинации. Но, к сожалению, мир не стоит на месте. И даже в такие сложные дни люди нашли способ обойти вакцинацию, купив паспорт. Но здесь стоит помнить о том, что покупка паспорта вакцинации не только влечет за собой уголовную ответственность, но также не защитит вас в случае возникновения реальной угрозы. Ситуацию, которую мы наблюдаем с прошлого года, будет становиться все хуже, если мы не будем соблюдать простые правила. Выходить на учебу или на работу, а также в случаях только необходимости. Использование средств индивидуальной защиты, минимализация контактов, а также вакцинацию для того, чтобы обеспечить защиту себя и своих близких. Ведь ты никогда не знаешь, что будет завтра. Согласно данным вузов региона, в Карагандинской области привито около 4000 преподавателей и сотрудников, а также более 12000 студентов и магистрантов. В рамках акции «МаксВакс» планируется разыграть среди вакцинированных студентов призы «МаксВаксБокс». Это наборы, куда входят комплект масок, антисептик, комплекс витаминов, канцелярские товары, зарядное устройство для смартфона. Помимо этого будут и ценные призы, такие как смартфоны, гаджеты, электронные книги и другие устройства, необходимые для обучения. Розыгрыш пройдет в сентябре. Для участия необходимо получить вакцину и зарегистрироваться в Telegram-боте, который будет анонсирован на интернет-страницах ЖАСПРО КРГ. Айша Усимбекова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-й канал.